Что такой злой? Привет. А, привет, привет. Привет. Приехала, да? Да, я приехала. Приехала. Отлично. И с таким глупым, голубым пакетиком ты что такой пугаешься? Не, я не пугаюсь. Все нормально? У меня все хорошо. Я тебя поздравила с днем рождения, ты не ответил. У меня телефон сел. С днем рождения тогда? Не, подожди, давай без этого. Что случилось? Не, ну пойдем. Я хотел тебя обнять. Давай, пойдем. Это тебе, я себе подарок подготовила. Это подарок, это мне? Да, это тебе. Обалдеть. Смотри, он не дает, он не дает обнимать. Податок? Да, да, подарок. Не, он отходит назад все. Он не берет ничего, боится, смотри. То есть мне вот как на расстоянии или что? Не, ну почему, пойдем, это мы поговорим сейчас с тобой. Хорошо, пойдем поговорим. Ты же мне такую встречу забабахала тогда. А как-то некрасиво будет с моей стороны, если я как-то, знаешь, не сделаю тебе эту встречу. Блин, пойдемте послушаем. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, стоп. Тихо. Как там это? Я получила диплом. Поздравляю. Спасибо. Молодец. Теперь я бухгалтер на четверку защитил. Обалдеть. Очень приятно. Садите. Ой, спасибо. Привет. Присаживайтесь. Ну что, ребят, ты поближе сядешь? Я здесь посижу. Вот. Я вас собрал не просто так. Угу. Что-то никто не улыбается. Я улыбаюсь. Оль. Возьми бокал. Угу, благодарю. Оль, возьмите спасибо. Бокал тоже. Спасибо. Вот. Я тебя поздравляю, то есть да, с твоим дипломом, да, ты молодец. Спасибо. Ты усыновленная девушка ты. Спасибо. Вот. Тортик будет, кто-нибудь желает? Нет, спасибо. Спасибо. Я давайте выпьем за знакомство, за встречу. Оль. Не хочу. Не хочешь ты? Нет. Заканчивай речь, потом выпьем. Вот. Твою пользу или в мою. Нет, ну это же еще... Не весь сюрприз, ребят, вы понимаете? Вот. Ну, да, ты можешь удивлять. Нет, я же могу удивлять, тебе правильно? Тебе что угодно можно ожидать. Нет, я могу удивлять. Ты будешь торт? Хочешь? Я не хочу удивлять. Не хочешь? Нет. Ну, ладно. Я хочу просто... В игры эти играть не хочу. Удивить вас. Я серьезно взрослая девушка. Ну, что вы ну, так давай, это... Ну, давай, заканчивай. Что давай, вы уже, девчат? Вот. Олечка, это вот тебе цветочки? Красный? Да, именно красный. Вот. Я знаю, что ты красный цвет любишь. Да, Оля, это для тебя купите. Вот. У меня есть несколько слов к этому ко всему сказанному, да? Угу. К этому столу. Вот. Ольга, знаешь, я тебе скажу такие слова, наверное, да, что я хочу любить и быть любимым. Я, знаешь, в этой жизни, наверное, нашел того человека, да, с кем мне хорошо. И я это понял. Ольга, я тебе хочу сказать, что я тебя очень сильно люблю. Вот, Оль, ты не обижайся. Я выбираю Олю Райс, Олю Рапунцель. Вот. Не, потому что я ее очень люблю. Я волнуюсь, потому что я волнуюсь. Ну, это самое главное, что ты сделал выбор. Такой, который даже ни зритель, никто не обратил, точнее, не повлиял на тебя. Что действительно от сердца идет. Поэтому я говорю, я тебе писала поздравления, ты не ответил. Я писала то, что какой бы твой выбор ни был, я буду тебя поддерживать всегда. Оля, я тебе действительно хочу пожелать счастья. Я знаю, что ты найдешь свою... того человека. Конечно, найдет, найдет, потому что она найдет, я знаю. Вот. И что бы ни случилось, знай, что за любым советом всегда ты можешь обратиться ко мне, я помогу тебе. Когда Настя идет слева,